Министр обороны Сергей Шойгу наградил полпреда правительства Дагестана в Севастополе Мурата Салихова медалью за возвращение Крыма. Это событие прошло в рамках двухлетней годовщины со дня вхождения полуострова и города федерального значения Севастополя в состав России. Напомню, 16 марта в сжатые сроки был проведен референдум о возможности присоединения. Ну а сам договор Российская Федерация и Республика Крым подписали уже 18 числа. В честь этого события во всех городах и селах полуострова сегодня проходят торжественные мероприятия, митинги и концерты.